Все время забываю эту крутилку. Посмотри под моим деревом. Ну что, нашел крутилку? Должна быть под деревом. Здесь мы в безопасности. Старуха не знает об этом месте. Что здесь вообще происходит? Ты знаешь, где моя сестра? Я не видел твою сестру, но старуха похищает детей уже много лет. Так что ничего удивительного, что твоя сестра тоже пропала. А были и другие? В детстве у меня был друг. Однажды мы играли с ним неподалеку от этого места. И правда, клевое место для домика на дереве. А еще я знаю, где можно раздобыть доски и инструменты. Пойдем покажу. Ого, кажется, здесь раньше не было столько воды. Как же нам теперь перебраться на ту сторону? Чудесные бумаги.